Доброго времени суток. Один из подписчиков мне прислал задачу, которая гласит: в 30-м королевстве было 200 чиновников с одинаковыми зарплатами. Король сказал министру, что среди них много бездельников. Министр предложил уменьшить число чиновников на 50%, зато повысить зарплату каждого оставшегося на 50%. Изменятся ли расходы королевства на содержание чиновников? А теперь попробуйте поставить видео на паузу и решить задачу сами. Попробуем решить данную задачу. По условию у нас 200 чиновников. Но у нас написано, что у них одинаковые зарплаты. Возьмем зарплату одного чиновника за Z. Тогда общие расходы королевства на всех чиновников будет 200Z. Что предложил министр? Министр предложил уменьшить число чиновников на 50%. 50% мы знаем, это половина. Было 200, значит стало 100. Но зато повысить зарплату каждого оставшегося на 50%. Зарплата одного чиновника мы взяли за Z. После того, как повысили зарплату на 50%, зарплата стала 1,5Z. Тогда общие расходы на 100 чиновников данного королевства будет 100 умноженное на 1,5Z. Или же 150Z. И можно тут уже ответить на вопрос, изменятся ли расходы королевства на содержание чиновников. Мы видим, было 200Z, стало 150Z. То есть, расходы данного королевства уменьшились. А на сколько процентов уменьшились? Давайте сосчитаем. Составим пропорцию. 200Z. Это у нас 100%. Сто пятьдесят Z. Это у нас X. Составляем пропорцию. Откуда находим X равно 75%. Значит, расходы данного королевства уменьшились на 25%. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. До новых встреч!